Да что же это такое, а? Тут этот пиздюк! Том, спасай меня, иначе хрен ты молока получишь! Слышишь, сволота! Что? Да хляк старый. Слышь, на-ка, держи. Ёб его! Лох, Мазила. Ай! Сходите-ка пробздитесь. Томас, если у тебя не хватает яиц, чтобы расправиться с мышью, то на кой хуй ты вообще сдался? Вроде бы и вопрос говно, а ты обосрался и пиздюлей еще получил. В общем, я это, другого кота на рынке купила. Васька! Какой Васек? Это что за хера? Стоять. Себастьян. Ой, нихера шустрика. Парень, полегче, а то у старухи и мужика уж давно не было. На улице не привык ночевать. Я сказал Себастьян. Ребята, я думаю, что вы будете хорошо дружить. У Тома опыта до хуя, он и старый уже. В общем, короче, пошла я пилотку мыть, да спать буду. Рыжий, только не подглядывай. Блядь. Скотина? Ты что там делаешь? Это для чего? Ты смирный урод. Вот так. Томас, ты решил отметить пенсию? Да зачем ты мне такой нужен? Я сам его выкину. Пшел на... Ой, как больно. А тебе что, мало что ли? Стой. Я все понял, я сам. Ну и отлично. Да, не дожил я до такого, чтобы с тобой в помойке сидеть. У меня идея. Совсем охренел, еще на моем ковре спит. Вот же падла. Давай-ка. Что за... Поприветствуем друг друга. Пока. Пока. Что за херня? И от меня лови. Так, теперь моя очередь. Эй, пацаны, это что за беспредел, вы чё? Это чё, ты куда? Держу. Да что же за блядство вы тут развели? Каргастары, хватит чулки носить в них. Вася! А хрен тебе, а не Вася. То что за дерьмо? Томас! А, вспомнила курица тупая, что у тебя второй кот есть? Ой, меня поймали. Дай ему хороших пиздюлей. Мой милый, я крепко накосячила. Ты прости ебачку старую. Вот тебе Магарыч за все. Карифан, на-ка, что нам принесли? А, не забыл брата. Ну чё, пердун старый, догони. Иди сюда. Получи по своему дуплу. Сейчас я тебе прощальный салют устрою. Нетушки, тебе устроим. Котик, стареешь, мне с тобой неинтересно стало бегать. Ой, зараза. Ты мне не ровня, я еще в самом соку, а вот ты... Слышь, сейчас самопедимстанцию вызову. О, отлично. Вы позвонили в самопедимстанцию. Ну все, тебе хана. Что ж там за хер-то придет? Ух ты, моментом примчалась. Здрасте. Вы вызывали самопедимстанцию. Ого, так быстро? Так я ж профессионал. Сейчас мы зарубим мышку. Ой. Ага, сейчас, хер вам. Давай травить этого гандона-паразита, раз с ним никак по-другому нельзя. Чё, мужики, работаем? Конечно, работаем, ёпта. Дятел, ты погляди, он нас надул. Надо раскурочить нахер. Я вас как раз жду. До ре ми фа соль ля си ля. Эй, ты чё ко мне в хату прёшься? Иди отсюда нахер. Мужики, вы мне так хату раскурочите. Вы чё, мужики, притащили? Я в подарках не нуждаюсь, это ваше, заберите его. На-ка, держи. Чё это ты придумал? Да на нахрен. Да чё вы ко мне несёте? У меня тут что, мёдом намазано? Да забирай. Колпак отдай, это моё, а это твоё. Нет, это моё вот это. Вот это бери, а вот это наше, всё. Ой. И два идиота даже со мной справиться не могут. Ты чё не ко мне пристали? Оп. Ага, попался. Алё, в чём дело? Да не, херел часом. Чё за херня? Сейчас я тебя устрою. Ну где ты там, покажи, сейчас порублю нахрен на кусочки. Нахрен, надоели. Меняю профессию. Истребление котов. Молодец, читать можешь. Ух ты, мужики, как у вас там весело.